Добрый вечер всем. Сегодня утром снова началась война нашего альянса. И снова с американским альянсом ХРЮ. Но в этом они были не виноваты. Хитрые китайцы, как бы в кавычках, друзья наши, а политические. Но напали на Вадима, забрали реликвию у него. Те, кто следит за моим каналом, они знают, кто такой Вадим. Это наш лидер постоянный, но именно у него всегда была хорошая статистика, но уже больше года не было войн, и он просто забил на статистику, пока что не донатил, и статистика у него стала, как у меня, простая. И вот эта 47-я цита была 5,5 ярдов, напал на него и в соло за 8 ударов слил его и забрал реликвию, вот этот плащ. И обратите внимание, на нем титул, говорит, сердце. И находится он в американском альянсе ХРЮ. Мы, естественно, с утра, сразу же, как обнаружили, что эта война началась, что на нас напали, полетели гасить китайские альянсы ГАН и ММП. Два альянса. ГАН, ММП. Нингун, вот четвертый. А как они далеко пропали. На 19 месте ГАН. Это из-за того, что оттуда все ушли. ММП на 9 месте. 50 ярдов. Американцы, альянс ХРЮ, с которым мы воевали уже год назад, вместо того, чтобы выкинуть этого игрока, который пришел к ним на время КВК, КВК был 2 дня назад, они встали на его защиту, что типа атака человека с реликвией в мирное время это нормально, типа это не объявление войны. Тот, кто носит реликвию, должен типа все время быть наготове, что его могут атаковать. И если его атаковали, это не значит, что началась война с альянсом, с тем, кто атаковал. Ну это дикость, как по мне. Вот сколько я играю, никогда у нас таких правил не было. Если ты атаковал человека с альянса, значит ты объявил войну всему альянсу. И весь твой альянс пострадает из-за этого. Американцы его не выгнали, встали на его защиту. Китайские игроки из ГАНа и из ММБ перешли сюда же, в этот же американский альянс ХРЮ, с которым мы воевали год назад. Напомню, в прошлом году эта война закончилась тем, что мы, ну, фактически победили, но заочно. То есть, к ним пришел очень сильный игрок, вернулся. Стал бешено донатить, но они сами признали свое поражение. А сейчас он опять бросил. И оставил опять же эту глупую женщину, которая вместо него играет. И смотрите у них. Раз 49. Два 49. Чайки тоже брошенный замок. Это он ради шутки написал, что фосейл типа продает 10 ярдов. Он бросал, потом вернулся после слияния, задонатил хорошо. Сейчас он топ королевства. Big Boots. Замок Big Попы. Не Big Папы, не Big Попса, а именно Big Попа. Был такой игрок у нас. Даже по-английски он был написан Big Popa. Тоже почти 10 ярдов, 9,7. Альянс у них сильный. 127 ярдов. Все толстые.
4-3-4-2-4-1. Вот среди его уже подслили. 1-9-10-2,5-2,9-3-4. Есть кого, конечно, сливать. Много кого есть. 2,6. Будем ждать возможности. Будем атаковать. Они на наши предложения не пошли. Мы просто предлагали китайца этого выгнать, чтобы они за него не ступались. Мы, конечно, звезд с неба не хватаем. Понимаем, что против Т-14 и топов королевства воевать тяжело нам будет. Просто выгоните китайца и все. Но они на это не пошли. Они за него стали горой. Типа игрок... война за реликвию. Это типа честная игра. Это не война в королевстве. Любой игрок в королевстве может быть атакован, если он имеет реликвию. Окей? Тогда мы будем теперь впредь тоже атаковать любого игрока с реликвией. И мы, короче, начали воевать с этим альянсом. Этот игрок без щита, это CJ. Мы его уже один раз сливали. И он снова без щита. Но он постоянно онлайн, можно сказать, его тяжело реально слить. То, что написано Владимир, не обращайте внимания, он каждые 5 минут название меняет. Вообще обстановка в нашем королевстве. Хрю на первом месте 127 ярдов, Элген 117, Рус 102. Первая тройка. Остальные 89, 64, 55 и так далее. Ну посмотрим, что из этого получится. Воевать мы тоже, в принципе, любим. Игра давно наскучила. 980. Дрищ какой. Игра давно наскучила, а война внутри королевства — это даже какой-то адреналинчик. Уже весело. Уже несколько наших игроков пострадало сегодня. 49-й вдвоем на пару били, чтобы потерь минимизировать себе. Три удара один, три удара другой, и трехярдного игрока как не бывало. Слили. Ну посмотрим, что дальше будет. На этом все. Всем пока.